Всем привет и добро пожаловать! Мы с вами продолжаем прохождение Green Hell, и это третья серия. Ну а предыдущая у нас закончилась на том, что мы планировали и пытались сделать ауяску. Но у нас на это не получилось нифига, так как не хватило одного ингредиента, а именно обрезки лианы. Но надо было немножечко повнимательнее почитать, здесь же написано, Серега. Обрезки лианы, растущие на самых толстых деревьях в джунглях. Мы собирали на обычных деревьях, а надо было собирать на толстых. Обычное дерево, толстое дерево. Короче, именно к нему мы и отправляемся. У него прямо около самых корней. Вот как раз-таки эти лианы-то у нас и обитают. Вот они как раз-таки здесь и растут. Давайте сразу несколько штук соберем. Да, кстати, наверное, и обычные мы тоже пособираем. Пускай у нас они будут. Ну, а теперь пойдемте пробовать варить это зелье, пока у нас как раз-таки еще костер не потух. Так, как нам тебя закинуть сюда? Сейчас мы проверим. Сейчас мы посмотрим. Это у нас... Так, стоп, это у нас не работает. А как тогда? А, просто вставить. Окей. Какой супец, да? На мисосуп похож чем-то. Кстати, кто любит мисосуп или кимчи-суп, плюс в комментариях. Обожаю этот. Опа. Hey. Hey. А что ты здесь делаешь? Без понятия, что он говорит. Вообще не понимаю. Пойдем к нему подойдем, попробуем. Парнишка, ты что здесь делаешь? По-любому это как приманка сейчас. Wait. Все племя прибежит. Стоп. Что за? Что за? О, ну все, это был не мисо-суп. Пошли приходы. Реально какой-то Far Cry начинается, помните? Там такие же темы, когда два брата варили зелье. Парнишка, парнишка, постой. О, бабочки, ни хрена себе. Кстати, классно сделано, очень круто. Что я потерял? А, вон он бежит. Парнишка, стой, стой, стой. Как все поплыло, слушай. Ну, наркомания расцветает прямо. Парень, 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 стой, стой. А я так смогу, интересно? Походу, да. Эй, малыш. Ты где? Ладно, где он, а где мы-то? Где? Где я? У нас с этим чуваком прямо мысли сходятся. Слушай, ну ни хрена себе здесь. Мы тут плотненько так застряли в этом лесу. И особого выхода-то у нас нету. Только раз уж туда идти. Блин, чертовщина какая-то. Просто чертовщина. Малыш. Hello. Эй. Помнишь, как мы сюда попали? Мия, где ты? Where are you? Боже, охренеть! Первый контакт всегда самый сложный. Они очень недоверчивы. Смотри, они целятся в кого-то, да? Я ничего не понимаю. Ты позвала меня. Я выбежал из палатки и... Иначе быть и не может. Цивилизация убивает их, а мы даже не осознаем это. Мия? Возможно. Было бы лучше, если тогда умерла. Боже, офигенно сделано, ты посмотри, это прям как некая панорама, как некая прям инсталляция, очень круто. Прямо можно подойти, осмотреть, правда, конечно, нету мимик, но... Это очень классно передает атмосферу, и причем игра света, боже, охрененский, просто охрененский. А вот и Мия. А, это как раз-таки, когда она приплыла на лодке, да, и к ним высадилась. Так, а на лодке есть что-нибудь у нас тут? Фонарик, ну-ка, пойдем посмотрим. Карта. Ага. Как раз-таки это круглое поселение, где мы с вами обосновали лагерь. Походу, вот здесь она как раз-таки выплывала и как раз-таки сюда пришла. Угу. То есть именно здесь мы с вами сейчас и находимся. Так, Мия. Мия, I... Мия, я... Когда началась колонизация Америки, конкистадоры принесли на материк свои болезни. Многие племена были уничтожены, а оставшиеся ушли глубже в джунгли. Вождь Квини долго рассказывал об уничтоженной целой поколении его предков, которые гибли, пока не получили подарок от джунглей.
And me? А я? Я нам наивно уверяла их в наших добрых намерениях. Так, давайте здесь осмотримся, что у нас тут имеется. Записка книжки Мия. Сегодня добралась до деревни. Пока что мои попытки общения с Ябахакой не увенчались успехом. Они общаются со мной так, будто я невидимка, но хотя бы не гонят прочь. Я должна завоевать их доверие, показать, что я такая же, как и они. А это значит отказаться от технологий. Посмотрим, сколько я протяну. На одних только бананах. Джейк остался в лагере. Я беспокоюсь за него. Когда он упал, то сильно ушибся. Он говорит, что чувствует себя хорошо, но я убеждена, что почувствовала неуверенность в его голосе. Надеюсь, что это лишь мое воображение, и с ним все в порядке. Я знаю, он взрослый мужчина, но он такой неуклюжий. В джунглях нужно следить за каждым своим шагом. Даже самая маленькая царапина может оказаться смертельной, если в нее попадет инфекция. Я даже не хочу об этом думать. Так, смотри, а ребята, походу, с рацией играют с нашей, да? Это дети? Я уже видел их раньше. Знаешь, я скучаю по ним. Я бы хотел снова их увидеть. У всех, главное, смотрите, как классно сделано. Да, у всех свои прически. То есть здесь прямо передается вся вот именно атмосфера, весь уклад, весь быт этого племени. Это очень круто. Это просто очень круто. Все слушают, здесь уже приняли. Так, а у нас есть что-нибудь тут еще интересное посмотреть? Слушай, мне нравится. Мне вот прямо нравится такая некая вот... Просто вот как некая панорама, по сути, по которой можно прогуляться, да, и посмотреть, что тут вообще и как. А что она вообще здесь чертит, интересно? Какие-то узоры, показы. И самое что интересное, походу, они взаимодействуют между собой. Ну-ка, Мия. Позволь мне. Они доверились нам. Приняли нас как родных. Они даже поделились с нами своим секретом. Офигенная атмосфера. Просто офигенная атмосфера, ребята. Надо здесь все посмотреть, все почитать, все найти, все узнать, что происходит. И вообще про... какую-то историю, может быть, племени. Ну-ка, смотри, здесь кто-то нас разговаривает. Семейка, ты можешь взаимодействовать? Нет. Ну, один охраняет, а другой, скорее всего, охраняет как раз вход, а другой охраняет само, может быть, мероприятие это. Девчонки здесь, смотри, вон. О, симпатюли какие. А, кстати, вот сама Мия сидит. Так, ну подожди, а у нас тут есть что-то? Мы туда можем зайти? Надеюсь, хозяин будет не против? А, ну здесь ничего у нас нету. Мия? Я просто хочу подарок. Фига, смотрите, у них там еда, крабы, мясо жареное, вяленое. Джейк, прошу, ты мне нужен. Come in, please. I need you. Mia, wait, I'm here. Не, подожди, я иду. Привет. Джейк. Джейк. Please. Я не могу жить без тебя. I can't live without you. Мия. Is it really you? Это правда ты? What happened? Что случилось? Ты в безопасности? Are you safe? Gracias a Dios que estás vivo. Я его там, походу, вставил, да? Me? Я? Я в безопасности. Расскажи, что с тобой, Русу, произошло. Я сейчас с ума не сошла, пытаясь связаться с тобой. I was hoping you could tell я надеялся, что ты мне скажешь. Ты позвонил мне среди ночи, я выбежал, стал тебя искать и... Помню только, что бежал и упал. Стоп. Ты упал? Плохо, если так. Успокойся, дыши. Ты знаешь, где ты находишься? Понятия не имею. I have no idea. Можешь сказать, что ты где-то находишься? Поищи какие-нибудь ориентиры. Так, что у нас есть? Я нашел карту деревни... Кстати, деревня племени, она по-любому знает, где это место. О, деревня. Я ее нашел через деревню племени. Правда, она была заброшена. Уж не знаю, почему. Это была большая круглая деревня?
Ну да. No. В смысле нет. Rather small. Это была небольшая деревенька, нескольких хижин. Если это не главная деревня, то она может быть где угодно. Нам так не удалось найти все становище. Ну, должен быть какой-то способ. Я нашел карту, она наполовину сожжена, но на ней отмечено лямбда 2. Я не знаю, что это, а ты вообще знаешь? Нет, не думаю. Ты можешь оттуда добраться? Ну, попробую. Ты сказал, оставил меня. Мия? Мия? Я ничего не слышал. Ты пропадаешь. Без надежды. Мия? 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 А, блин. Батарея сдохла. Так, дождаться окончания зарядки батареи. Записная книжечка у нас обновлена. Давай-ка быстренько ее посмотрим. Охренеть, мы только с вами тут три прошли. Мама, не горюй. Так, осмотри точку лямбда 2, дождаться окончания зарядки батареи. Ладно, она зарядится. Дальше, что у нас тут с вами имеется? Так, и мне, наконец-таки, я связался с тобой. По лекарствам тут у нас что-то какие-то обновления появились. Куда нам надо идти? Давайте посмотрим. Где у нас находится лямбда 2? Она у нас находится вот тут, да? Кстати, камень как раз, через который мы с вами проходили. У нас, получается, ориентир 41 на 26, да? Северо-запад. Точнее, северо-восток пойдем. Получается, нам надо будет... А, кстати, слушай, мы находимся здесь. Можем просто пройти по реке вверх. И, соответственно, прямо окажемся там. Правильно? Правильно. Так мы, наверное, с вами сделаем. Так, что у нас с вами по еде и вообще по всем этим вещам? А, слушай, фулка. Мы на максимум заряжены. Давай-ка тогда сохранимся. Во, отлично. Теперь можно уже спокойно отправляться. Так, что она нам скажет? Hello. Эй, Мия. Yeah. Как слышишь? Джейк, боже мой. Я тут чуть-чуть с ума не сошла. Ты вдруг замолчал. Что случилось? Батарея сдохла, пришлось зарядить ее. И у нас очень мало времени. Скажи мне, где ты находишься, я найду тебя. Я? Я же сказал, я в безопасности. Лучше мне все расскажи. Всегда готов поговорить с тобой. Блин, с ней поговорить, конечно, замечательно и здорово. Как я вот туда вообще идти по этой территории, пытаясь читать и слушать их, с ней разговаривая, не нарываясь на каких-то муравьев или змей. Короче, будет жопа, ладно. А ты в нашей палатке? Это значит, ты в нашей палатке? Я же сказал, я в безопасности. Не ради для батареи. Я буду там, где тебе понадобилось. Ты мне нужна прямо здесь. Прямо здесь, вы понимаешь это или нет? Окей. Хорошо. Конец связи. Over and out. Насчет деревни, которую я нашел. About this village I found. А что с ним не так? Она была заброшена, но я нашел несколько обгоревших предметов, которые вряд ли принадлежат племени. Племя боится нашего мира, но они никогда бы не стали сжигать наши вещи. Они знают, что мы не враги. Так, хорошо понял тебя. Окей, I understand. Диалог, конечно, много очень. Так, я пила уяску. Нет, до твоего вызова я выпила уяску. Я вспомнил наши первые дни, когда ты ушла в деревню. Что? Джейк, не пей ее больше, она опасна. К тому же не все, что тебе показывают, это правда. Но ты добралась до деревни на лодке? Да. Ты участвовала в ритуале. Это ничего не меняет. Я боюсь того, что ты можешь увидеть. Вернись ко мне, пожалуйста. Давай просто забудем о прошлом. Так, у нас камни есть? Камни есть. А ножик у нас есть? У нас ножа, кстати, нет. Блин, надо, кстати, сделать. Мия? 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 Опять батарейка села, походу, да, у нас? Так, ножик сделали, на всякий случай пригодится. Вдруг кого-то надо будет разделать, разобрать. Дальше двигаемся с вами по реке. Слушай, кстати, у нас с вами абсолютно все потребности поднялись. Мы ничего не хотим, нам ничего не надо. Мы просто офигенно себя чувствуем. Было бы так всегда. Может быть, стоит почаще нам пить эту ауяску, чтобы прямо действительно отказаться от всех потребностей. Но, мне кажется, это все равно приведет к какой-то рано или поздно зависимости. Так, ладно, что там еще можно спросить? Мия, ты можешь сказать мне что-нибудь о том случае?
Милый, я знаю так же мало, как и ты. Я знаю, но я от чего-то убегал. Я не знаю, как тебе помочь. Делай все, чтобы выжить. Может, память вернется? Возможно, ты права. Ладно, конец связи. Блин, так сыкотно идти, короче, по этому лесу и читать сообщения, ребята, это вообще просто трендос, это просто вышка. О, грибочки, кстати, заберем. Блин, мы, кстати, про мясо забыли, которое у нас там было готово, да? И мы его, естественно, профукали. Эти у нас, эти грибы уже тоже испортились вместе с этим пауком, поэтому это все дело выбрасываем. Да и веса будет поменьше. Бананов, в принципе, нам очень много тоже не надо. Так, мы правильно вообще хоть идем? Нам бы еще где-нибудь найти какие-нибудь полезные мандаринки. Вот мандаринки нам прямо необходимы. Так, стой, а мы собрали кокосовые? Собрали, все. Это у нас, значит, с вами все имеется. Так, куда мы там дальше должны идти вообще? У нас ничего не показано, но по реке еще так дальше нам и шуровать, и шуровать. Кто у нас тут хрюкает? А, ты вызывал меня посреди ночи, что случилось? Я... Мне потухла лампа, и я запаниковала. Ты серьезно? Хорошо. Как скажешь. Давайте, наверное, здесь осмотримся. Кстати, если что, мы хотя бы примерно понимаем, как нам обратно добраться. Блин, мандаринов ничего такого здесь нету. Обидно, печально. Так, погнали, наверное, здесь сейчас попробуем подняться вот сюда. А, смотри, вон у нас какая-то хрень торчит. Сейчас мы к этой веревке-то и подойдем. Это же веревка свисает? А, нет, это какие-то канаты. Подожди. Не, веревка, все правильно. Поговорить. Как мне туда забраться? Требуется крюкошка. Так, ее, получается, надо сделать или... Подожди, стоп, надо посмотреть. Давайте книгу откроем. Так, точка лямбда 2. Чтобы это значило на этом... Так, понятно, холме. Мне нужно альпинистское снаряжение. А где мне его взять? А вот где мне, блин, его взять? Осмотреть джунгли и найти крюкошку. А, то есть ее надо не крафтить, ее надо будет искать. Не кисло. Да, тут придется, походу, позаморачиваться. Так, Мия нам что не скажет сейчас, нет? Я скоро буду у первой точки, о которой ты говорила. Я недалеко от точки лямбда, но я не знаю, куда добраться. В смысле, тут есть какие-то веревки, но они перерезаны. И все, блин. Мне надо мясо, короче, срочно будет. Если что, посушим его у нас в лагере. Нам по-любому, скорее всего, придется вернуться. Я просто без понятия, где нам искать эту крюкошку. Так, мясо мы забрали. Ты знаешь это место? Знаешь, тут полно таких мест, Джейк. Это же джунгли. Это логично. Да. Но веревки. Могут быть нашими. Мы их немало тут раскидали. Попробуй найти способ туда забраться. Блин, да тут крюкошка нужна, Мия. Ладно, что не придумать. Так я уже понял, что нам требуется. Осталось только найти ее. Самое что интересно, реально, парни, да? Найти ее в джунглях. Вот где? Джунгли просто ультра огромные. Так, хорошо. Значит, давайте здесь немножко осмотримся. Что у нас по состоянию нашему? Нет, не то я выбрал. Камушки выбрасывать нам не надо. Сореныч. Так, у нас... А, у нас на фулке. А по времени у нас... 9:30. Слушай, у нас времени вагон, по сути. Дадим немножко походить, осмотреться. И, соответственно, если что, брать курс в обратную сторону. В сторону палатки, в сторону сейва. Осмотреться здесь. Интересно, она придумала. Я обнаружил странный камень, покрытый пыльными рисунками. Сможешь привести их до меня? А, ты помнишь, что там было вообще нарисовано? Два человека, черный и синий, с камнем между ними. На нем были какие-нибудь надписи? Смотри, какая отличная пещера. Прямо офигенное место для ночевки, да? Да, были. Можешь их описать? Блин, не вспомню. Тире-уре... Блин, не помню реально. Черт, не помню. Я свяжусь, как вернусь сюда. Слушай, да, у нас же там есть этот камень. Мы можем к нему просто потом вернуться и посмотреть, что на ней написано. Потом с ней свяжемся и, соответственно, узнаем, если она сможет что-то подсказать вообще. Так, у нас тут кабаны решили свалить. Сколько у нас вообще сейчас мяса? Кусок есть один, если что, да? Поставить, подсушить его. Окей. Конечно, после появления сюжета игра просто приобрела новый смысл. О, смотри, еще одна пещера. Пойдем посмотрим.
Так, ну найди новое место на карте. И что же у нас? Ага, вот она как раз как-то обозначается, да? А ну, хрен тебе нарыло, не будешь меня кусать. Прямо аж звук изменился. Смотри, реально классное место для добычи железа. Плюс здесь можно построить некислый лагерь. Но только вопрос... Ага, туда мы забраться не можем никак. Окей. Слушай, мы попробуем эту игуану поймать, которая у нас здесь бегает. Сейчас, тихо, стой, молодая. Шикардоса. Ну, с копья она сразу заваншотилась, я бы охренел, если бы она у нас не умерла. Отлично, хоть места еще намутили себе на халяву, можно сказать. Ладно, выходим из пещеры, давай немножко еще здесь осмотримся. Надо будет еще нам послушать. Кстати, надо было, наверное, оставить нам чашки, да, и для набора воды. Вдруг дождик пошел бы. Но кто знал, я думал, мы все оттуда покидаем это место. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, к тому лагерю мы будем часто возвращаться. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не найдем место для нашего... Ой, не найдем нашу кошку. Да, надо бы еще на змею не нарваться. Никаких муравьев. Меня это прямо, если честно, очень сильно больше... Точнее, больше всего напрягает. Но это все-таки джунгли, опасное место. И, наверное, все-таки спешить здесь не особо-то и стоит. Че, а, у нас веревки уже переполнены. Окей. Блин, может нам этот бронетранспортер забрать еще разочек? Он сейчас засыт, смотри, и скроется, да? А прикинь, он нас сейчас может вывести к змее. Вот это будет фейл. Стой, роднуля, все. Приехали. А тем самым временем у нас с вами потихонечку убывает энергия. Это значит что? Правильно, надо будет там рано или поздно готовиться ко сну, чтобы пополнить свои запасы. И, соответственно, бодрячком отправиться на новые поиски. Ладно, да, раз мы пока здесь с вами нифига найти не можем, значит, будем держать курс в сторону дома, в сторону нашей базы. И там уже переночуем, чтобы собраться силы и отправиться на новые поиски. Только, конечно же, мы с вами пойдем, наверное, в другую сторону, потому что, ну, здесь, судя по всему, нифига нету. Так, у нас как раз какой-то большой изгиб, но мы можем его срезать прямо вот здесь, насквозь пройти. Слышу, мухи летают. Нет, значит, где-то трупешник должен быть. Слушай, как много капибар уходит, а? Охренеть, ты посмотри. Бля, она взяла и свалила. Зараза, ладно. У нас деревянная копье, конечно, очень сильно выручает. Прям очень сильно. О, шишечки. Шишечки нам нужны, орехи эти. А он, как правило, наверное, там вдвоем валится. Вот он второй, да, нашел. По одному, по-моему, они у нас не падают. А это у нас здесь за камень такой прямо... Как будто бы нычка какая-то. Ага. Слушай, подожди-ка, это та самая дорога. Мы мимо этого камня проходили, когда за парнем шли. Вон это место. Пойдем посмотрим, там сейчас одно сейчас эти все значки увидим. Или какие-то надписи, письмена, что там было. Так. Блин, не то. Мия, камень. Тут камень, которым я упоминал, он пропал. Я не знаю, что случилось. Ты уверен, что ты не ошибся местом? Да, я уверен. Хорошо. Ну, я не знаю, что сказать. Но эта точка у нас как раз-таки перехода, походу, да? Как бы там ни было, теперь я знаю, куда идти. Я дам знать, если найду что-нибудь. Пожалуйста, будь осторожен. Короче, ясно. Нам надо будет отправляться в ту сторону. Ну, естественно, это не сейчас. Нам надо сначала подготовиться ко всему этому. О, грибочки соберем эти. Отлично, мы с вами как раз-таки вернулись в целости и... Слушай, давай-ка вот что мы сделаем. Да, мы вернулись в наш лагерь. Давайте-ка сразу разместим туда мясо. Пускай у нас, во-первых, освободится место в рюкзаке, это раз. А во-вторых, оно начинает подготавливаться. На утро мы как раз-таки сможем спокойненько уже пойти его похавать и, соответственно... Кстати, бананы можно есть, интересно? Ну, навряд ли. Так, а наши с вами котелки с водой мы поставим раз. И вот здесь вот два. Смотри, еще одно мясо идет. Попаду, не попаду, интересно. Ну, точнее, попасть я, может, попаду, но вот не за ваншочек, скорее всего. Схерали! Ты посмотри! Ты просто посмотри! Че творит? Жесть! А куда он бежал? В ту сторону, по-моему, да? Вот дела, короче, ты смотри. Так, это корема какое-то палево. Нам еще нужен кокос один. Во-первых, мы его выпиваем. Не так это сделал, сори. Вот, выпить.
Дальше. Добыть. Слушай, куда он свалил с моим, блин, копьем? Это надо скушать, это надо скушать. Как раз две чашечки у нас с вами остались. Я очень надеюсь, что он где-нибудь здесь. Хотя какого хрена его прямо реально пронзило, мама, не горюй. Зато спасибо ему, смотри, он нас на мандаринки вывел. Офигенно. На целых 3 штуки. Не, ну, скорее всего, понятно, он где-нибудь тут сдохнет сейчас. Как бы это к бабке не ходить. Только вопрос, вот где? На карте у нас он не отмечен. Следов крови здесь тоже нету. Я, конечно, любитель симулятора охоты, но это что-то прям совсем дичь. Вот тут у нас еще один хрюкает, но я сомневаюсь, что он к своим же здесь нас вывел. Не, здесь его нету. А, вот он лежит, ты смотри. Шикарно, просто шикарно. Как мы его пронзили. Так, ну, во-первых, конечно, мы заберем копье и, соответственно, добудем места с него. Слушай, у нас тут, походу, незваные гости появились в виде сосунов вот этих. Так, это у нас что? Ага, у нас сдохло. У нас просто улитка уже просто уничтожилась, испортилась. Надо отнести мясо туда, где оно должно быть. Тихо, не понял прикола. У нас тут где-то змея завелась? Я слышал шиканье. Кто тут шикает на меня? Мне, походу, показалось. Шикарно, что, мясо есть, места свободные для места тоже у нас есть. Сколько он, кстати, готовится? А, ну слушай, достаточно долгое время, да? Ну окей, наверное, к утру уже будет готово. До хрена еды, до хрена воды. Сейчас мы еще наши эти тазики, у нас тут как раз открытое место, раскидаем, и мы с вами будем полностью готовы к труду, как говорится, и обороне. Да, о, еще один идет. Не, ну этого мы оставим, трогать не будем. Так, ну что тогда, ребятки, на этом моменте мы серию закончим. Мне кажется, как очень плотненько получилось. Особенно с этим нашим, с этой нашей настоечкой, мягко выражаясь, да? Какие галлюциногены мы словили. Ждешь продолжения, хочешь, чтобы увидеть, что будет дальше, когда мы пойдем через эту пещеру. И как мы вообще найдем эту кошку. Хотя, если честно, для меня пока такая тотальная загадка. Придется, походу, действительно перебороздить абсолютно все наши джунгли. То втыкай ролику лайк. Если есть советы, пиши внизу в комментариях. Кстати, если есть подсказки по поводу кошки, тоже пиши в комментариях. Мне это будет интересно узнать. И я вас всех сильно люблю. До новых встреч. Всем пока.